раньше не было этого стационара, а сейчас тут стационар есть. У меня головокружение было, и дышать плохо. А сейчас уже намного лучше мне. Мне стало интересно, почему я начала плохо видеть. И я решила, ну, я сказала маме, то, что, мам, можно? Она говорит, да, конечно, иди. Я пришла и выявили проблему. Раньше помещение было и треснуто, щели были, все. А сейчас так красиво сделано, прям заходишь, как городской все равно. И даже вот приходят, я наблюдала сама, старые люди, даже проведут их до кабинета. Вот хорошее отношение, прям прекрасное. В данный момент вот, мы участвуем в реализации двух проектов. С пациентами, которые страдают гипертонической болезнью, заключается договор на то, что они изменят свою жизнь, то есть начнут правильно питаться, вести распорядок дня, и взамен, значит, они будут бесплатно получать лекарства. Второй проект, который мы реализуем на нашей территории, называется проект удаленного медицинского обслуживания. Выданные на руки приборы для измерения артериального давления, которые снабжены GSM-модулем, который передает информацию, и в случае, если происходит какой-то перепад давления, то эта информация тут же доводится до моего сведения, как через интернет, так и в случае каких-то сильных, значительных изменений, то на телефон. И тогда по этому пациенту можно будет принимать быстро реагировать.